Мы решили пранкануть целый автобус полицейских. О! Но не ожидали от них такой реакции. Ребята, на троещину не едете? Всем привет! С вами, как всегда, канал Red Blue. И мы рады приветствовать вас в новом видео. Пришло время для пранка. Добрый день. Организация «Развратный Киев». Мы бы хотели вам сегодня акцию сделать, вот, на вечер сегодня. Спасибо. Да, удачи. «Развратный Киев». Второй этаж тут есть, даже можете приходить. Хорошо. Все, хорошего вечера. Я извиняюсь, можете отойти? Ребят, я извиняюсь, можете чуть-чуть отойти? Хочу селфи сделать. Ну и чтоб не было вас видно. Ну сюда чуть-чуть еще. Просто чтоб поменьше было видно. Чуть-чуть еще. Да, чуть-чуть сюда. Два молодых человека, пожалуйста, чуть-чуть сюда. Я извиняюсь, 3 секунды, я селфи сделаю. Всем спасибо. Вот тут в супермаркете мне сказали, надо паспорт, чтобы купить туалетную бумагу. В каком супермаркете? Вот тут рядом. Я такой принес, поставил, говорю, вот эту туалетную бумагу. Мне она говорит, паспорт покажи. Серьезно? Да. Там у меня нет паспорта. Говорит, маленький. Это шутка такая. Я не знаю, она так сказала. Ну так другой попробуй. Вот сюда куда-то? Ну я вообще не знаю. Я в 2 супермаркета заходил, говорят, паспорт показывай. А, нет, такой первый раз. Это что там доме поглумились. Бред вообще. Я сам думаю, бред. Конечно. Думаю, бред. Конечно. Это я. Сейчас ребята подходят. Я просто им открою, чтобы мы сели, сразу забежали. Прошло 10 минут. Иди ты добрый, блядь. Чё он сползен? Дверь подкрыл, блядь. Сука, блядь. Малолетки. Это что, поцарапал, что ли? Сейчас позвоню, блядь, Лариске, блядь, в контору, нахуй. Слушай, а можешь дать кофе попробовать? Я просто никогда не пил. Да. Ну, можно? Серьезно? Просто там подходил ко всем, они говорят, нет, 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 нет. Ну, добрый человек. Ну, немножко поставить. Может, даже совсем. Да, может, там поставить, я потом допью. И, или допить и стаканчик, даже стаканчик. Можете забирать. Серьезно? Да. Ого. Это не развод? Да, нет. Ого, ничего себе чуть-чуть. Спасибо. Давай, удачи тебе, здоровья, счастья. Все, спасибо. О! Ребята, на троещину не едете? Не подвезете? Бля. Пиздец, бля. Мы тоже думали, что на этом все. Но это только начало. На троещину едете? Да, да. Это пранк, что вы делаете? Успокойтесь, у меня ничего нет. Да вы пиздёте, отпустите. Правдивая история, не правда ли? Если бы мы снимали постановы, как некоторые пишут в комментариях, мы бы это видео так и оставили. Но на самом деле все было... На троещину едете? Да, да. Да, я захожу. Все, понял.
А фокус покажу, я фокусник. Воу, куда вы меня везете? Смотрите, типа перемешал. До метро. До метро, нормально.